Это картина ужасов для современного мира. Я сфотографировала ее в Лондонской галерее. Баттон и Помпео «Время приказывает старости уничтожить красоту». 1746 год. Крылатая фигура времени с песочными часами в руке повелевает завистливой старости с высохшей плотью и сморщенной кожей разрушить красоту, нежную и изящную фигуру, которая одна только стоит на картине. Время и старость изгибаются и тянутся к ней, не скрывая своих угрожающих намерений. Красота оказывается пойманной в каменной арке, которую Баттони предлагает в качестве метафоры человеческой жизни. Пройдя сквозь арку и получив свое бренное существование, мы беспомощны против времени. Всем бай!